Здравствуйте, друзья! У нас сегодня вопрос к нашим телезрителям на засыпку из Сан-Франциско. Вопрос этот задали ученикам 4 класса. В этом классе учится наша внучка Саша. Соответственно, я вам ее вот и передаю для решения. Есть 8 цифр. 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего 8 цифр. Эти цифры нужно организовать в 2 четырехзначные числа. Но мы хотим получить минимальную разницу между этими двумя четырехзначными числами. Да? То есть из первого мы вычитаем второе, получаем нечто. И вот это нечто, остаток, как бы, да, вот это вот, он должен быть минимальным. Вот давайте, друзья, задумаемся, как ребенок в 4 классе должен решить такую задачу. Счастливо!